Всем привет, друзья! С вами канал ДТВ. И теперь у нас все видео будут по блогам сделаны. И наш сегодняшний блог — это «Сделай сам» называется. Значит, что туда будет входить? Это будет видео, где будет рассказано, что можно сделать самому. Например, сделать дырочки на ремень, вот такие вот, в домашних условиях, с помощью специального дырокола, который куплен на Алиэкспрессе за 120 рублей. Правда, доставка в течение 30 дней шла, но все же такая вещь нужная обязательно. Видите, как я аккуратненько уже сделал здесь дырочки. Потому что, как правило, ремни вот такого плана без дырок продаются, большая часть. И когда мы прирезаем их ножом, к сожалению, получаются неровные дырки. И ремень просто проходит время, да, он изнашивается и выкидывается в помойку. Вот. Чтобы этого не делать, нужно обязательно приобрести вот такой, должен у каждого дома быть, дырокол. Вот, давайте мы его разберем, посмотрим поближе. Еще он здесь состоит. Вот, такая шапочка тут. Здесь специальное лезвие, которое пробивает дырочки здесь. Вот. Ну и сам прибор, рукоятка. Вот, собираем его в обратном положении. То есть, когда мы делаем дырочку, соответственно, кусок кожи, да, там материала попадает в эту штучку, мы его вытаскиваем, просто прочищаем очень все легко, прочищается, убирается. Итак, ну, для начала мы должны замерить, где дырочки мы сделаем. Но так как мы уже здесь сделали на ремне отверстие, соответственно, мы с примерным расстоянием также вот отметим рядышком, где мы будем делать новые дырки. Так, ну вот две штуки я нарисовал, поближе я сейчас покажу. Здесь мы сейчас на этом месте с вами сделаем отверстие. Очень легко вставляем. Вот. Применик, это можно чуть-чуть вот так поближе сделать. И вот так вот делаете руку. Руку держим. И нажимаем сверху вниз. Сейчас. Вот раз. Вот я держу. Видите, держу. Снял. И отпускаем. Смотрите. Оп. Ладно, немножко не получилось. И еще раз сейчас. Несколько раз. Делаем, чтобы промить. Что тут с первого раза чего-то не хочет. Еще раз. Давайте вторую сделаем. Вот она, получается, забилась.
аккуратненько мы ее причищаем. Вот у нас здесь такой вот длинный ремень. Там папа показывал, как нужно дырки делать. Вы тоже делаете обязательно эти дырки? Да, они главное ровно получаются. У нас здесь еще такая вот штучка. Вот я палочка. Днем здесь грязь какую-то. Ну, вы заранее просто это себе готовьте там лок, я не знаю, или что-нибудь. Так, и вот вторая дырка у нас. Надеюсь, мы ее с первого раза пробьем. Вот. Дырка. Таким же движением. Ну, почти с первого раза. Вот, просто, не знаю, там какое-то место было. Вот, не почти. Первый раз, видите, первый раз, нет, поймите, все, видите, красота какая получилась. Итак, ссылка на данный прибор будет в описании. В описании, да. Вот, я еще обязательно мы добавим к видео страничку, где мы покупали данный девайс. Вот, и по ссылочке заказывайте, цену мы самую дешевую нашли среди всего. Вот, все, подписывайтесь на канал ДТВ. Вот, смотрите наши видео. Обязательно посмотрите видео, как мы меняли батарейку с помощью специального набора, который мы тоже купили в Алиэкспрессе. Вот, и обязательно посмотрите, как у нас Доминика ходила, прыгала, летала в аэротрубе. Вот, обязательно. Да, 16 метров взлетала вверх. Вот, прекрасно вообще видео. Подписывайтесь, да, пишите комментарии, задавайте вопросы. Такая вещь. Всем пока. Всем пока-пока-пока. Так, в Алиэкспрессе это можно купить. Ну и вот сам дракон, автоматический, а мне винтовой перфоратор. Всем спасибо, с вами был канал ДТВ, подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока. Всем пока-пока.